Здравствуйте, это канал Максимадзе, и это GTA Vice City Definitive Edition снова. Короче, сегодня мы будем работать на гаитян, или гаитянцев, как там правильно, не знаю. Некая тетушка Пулет звонила нам довольно-таки уже давно и, собственно говоря, ждет Томми вот здесь, в этом непонятном домике. Джуи Скрамбл. Эй, есть тут кто? Входи, милый, располагайся. Ты, наверное, и есть тот самый ужасный человек, о котором мне дедуля сказал. Он мне рассказывает о тебе. Знаешь, когда приходит и про других, которые тебя пожидают. Мы уже вроде как давно все мертвы, но хотелось бы на твоем месте что-то еще. Мне пришло сообщение и... Эй, ты слышишь? Они зовут тебя, мать. Наверное, ты вел себя очень плохо. Как думаешь? Помоги старой дедушке Пулет не остаться в долгу. Может быть, она даст тебе амулетик после этого дела. Есть такое волшебство, чтобы замылить глаза в лице. Да, конечно. А что вы дадите? Я, наверное, ошибся. Адрес. Сделай это для меня, Томми. Самодовольные болваны. Моим мальчикам здорово от них досталось. Теперь они стукнули в полицию, где я храню свои лечебные порошки. Они думают, что это наркота, олухи. Будь хорошим мальчиком, Томми, да будь для тетушки Пулет ее порошки. Да, да, конечно. Ну и бабка, просто ведьма какая-то. Ладно, хорошо. Миссия вот эта довольно-таки не из простых. Отковов придется съезжать тут. Если по дороге встретим какую-нибудь тачку побольше, заберем ее. Нам нужна такая тачка, чтобы копы ее быстро не взорвали. Ладно, может быть, и это сойдет. Мы припаркуем ее вот так, чтобы сразу же уехать по-быстрому без разворота. Достанем также вот это оружие. Пригодится запросто. Даже не шевелись, урод! Садись быстрее, блин. Ну, будет плохо, если колеса прострелят они. Отлично, теперь на одну звезду. Вау, больше стало. Черт, там звездочка есть. Мне вообще копы взять ее не дадут. Насколько я понял, это синяя машина, это правительственные спецагенты, которые гораздо опаснее обычных полицейских. Так, еще вот здесь один. Так, едем скорее, не останавливаемся, едем, 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 едем. Ехать все равно недалеко. А можно и не ехать. Ну, а, без проблем.
Без проблем справились. Bombs away. О, простите, я, наверное, ошибся адресом. Да, заходи, раз уж ты здесь. Дай ногам отдых. У меня есть для тебя кое-что. Это мне знакомо. О, запах-то из детства. Теперь, Томми, я тебе поведаю кое-какое поручение. Слушай внимательно. Вы на кого-то похожи, я... У них быстрые лодки, они перевозят наркоту морем. Одни с этого живут. Мой племянник наделал уже бомб, чтобы справиться с ними. Разнеси их лодки на куски. Спасибо за чай. О, это одна из моих самых нелюбимых миссий. Потому что здесь надо управлять радиоуправляемым самолетиком. Я считаю, что это гораздо труднее, более хардкорная миссия, чем вертолетик радиоуправляемый тот. Помните? Батхертная миссия. Мемная. Очень известная. Говорят, одна, что заняла первое место в топе Телблогнет самых хардкорных миссий в GTA. И я не очень удивлен. Я с ней на раз-два справляюсь. Тот же самый фургон, как и там, кстати говоря. Ну, не сказать, что эта миссия прям сложная сильно. Но сложнее... Ну, я считаю, что она сложнее, чем вертолетик тут. Так вот, я забыл, на какую кнопку взлет. Я забыл, на какую кнопку вверх. Конец одному самолетику, у нас осталось их два. Ага, все, разобрались. Только, да почему он вниз-то летит? Да блин, он выше не поднимается? Он падает просто в воду и все. Я вроде нажимаю на кнопку, которая вверх должна самолет поднимать. Нет, он опускается потом в воду. Так, надо попрактиковать. Ага, можно вот так. Да мышью неудобно, я считаю. Давай, держись, держись. Это так неудобно. Но придется попробовать. Мышью это неудобно. Это неудобно мышью вот совсем. Потому что надо мышь отводить туда-сюда. И это просто ужасно. Мешает это очень. Нет. Держись. Нет. Надо повыше лететь. Так, ладно, сначала погонимся за этими. И держим максимально крепко. Так, я так и не понял, я взорвал хоть кого-нибудь, али нет? Так, нет, эта лодка нам не нужна. Ну, нет, никого я не взорвал. Надо, наверное, пониже опуститься. А, вот одну взорвал, осторожно. Держись, нет, только не в воду. О, как это бесит, это одна из моих самых нелюбимых миссий, как я уже сказал. Держись. Все, с этими вроде покончено. И я в воде. Нет, не со всеми покончено, там еще одна плавает. Да ё-моё, что ж ты так виляешь ты из стороны в сторону, непонятно. Держись! Не-не-не-не-не-не-не-не! Эх, один уезжает. Если мы его не догоним.
будет очень-очень хреново. Но вроде бы вижу я, и вроде бы это он, а вроде и не совсем. Нет, это он. Вот, вот этот там взорвать надо. Хорошо, что тут три самолетика, а не один. Иначе бы вообще жестко бы это было. Нет, 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 держись. Держись, 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 держись. А, там трупы на воде плавают. Да держись, как это неудобно. Ненавижу эту миссию, ненавижу. Остался последний самолетик. И хорошо, что та лодка вроде направляется назад. Да, вон она и плывет. Надо реально поближе подобраться, но при этом не утонуть. Нет, мимо опять. А, вот, все, попали все-таки. На машине, говорите, да? Ладно, здесь на земле... Это менее... Блин! Тут выхода так просто... Тут выхода наземного нет. Блин, догонять-то его на таком самолетике, это же вообще будет нехорошо. Ладно, здесь на повороте он немножко замедлится. Да ладно, неужели не попал опять? Есть. Самолету конец. Но мы все равно прошли. Поразительно. А то, что... Главное, что мы все сделали, а то, что самолетик взорвался, пофигу. Последняя миссия осталась от Пулет. Я даже помню, что мне надо делать. Dirty Liggins. Эй, есть кто? Я ищу того, кто здесь живет. Ты не голоден, Томми? Я знаю вас. Ладно, не говори. Еще одна просьба, и я отстану от тебя. Мои ребята затеяли войну с ними, но без оружия. Пока они машут кулаками, ты возьмешь вот эту вот винтовку. Тебя никто не должен увидеть и не услышать. Как только ты это сделаешь, Томми, я больше не буду тебя беспокоить. Обещаю. Ладно, сделаю это. Короче, здесь нужно... Блин, возьми оружие, которым будет легче. Вот так. Так, поднимаемся сюда, занимаем позицию вот здесь. И будем атаковать их. Можем взять вот эту штуку. И тогда время замедлится. Но я бы не сказал, что эта штука сильно прям помогает. Помогает, но не очень. Отлично, мы работали сначала на кубинцев, теперь против них мы. Я разве не попал у него? Да как так-то? А, нет, я попал в одного. Да как же так-то? Почему?
Крепление, говорите, да? Ой-ой, а чё так много-то? Отлично. Прошли, наконец-то, мы все миссии гаитянцев. Или гаитян. Не знаю, как правильно. Томми, зачем ты вернулся? Слушай, тебе больше здесь не рады. Чё, я вернулся. Мне нужна ваша машина, вот и все. Так, теперь можно к Умберто Рабино снова ехать. Еще одно задание у него там осталось. Ну, кстати, по пути типографии может заехать туда, денежки забрать оттуда. Денежки нам очень нужны. Ой, а сколько... А почему так много гаитянцев здесь? О, тут до хрена денег набралось. Ну вот ненавижу вот такое. Да что вы? Троян Вуду. Эй! Знаете, что я собираюсь тут делать? И заняться любовью, как настоящий мачо. Прям вот так. Эй, я к вам не притронулся даже. Умберто Рабино любит женщин, а не косуюка, блин. Томми. О, как я рад тебя видеть. Куда? Я кофе хотел. Нет времени на кофе. Хватит кофе с меня на сегодня. Томми, как думаешь, как убить змею? Укусить ее за задницу? Пойди раздобудь для нас тачку. Когда сделаешь это, возвращайся и забери моего парня ББ. Потом отвези его туда, куда надо. На их завод переработки. Ну, как скажешь. Эй, Томми, используй их как растворитель. Как взрывчатку. Бух! Ну все, пока. Умберто, а ты? А я останусь здесь, пригляжу с папой за кафе. Он немного не в духе сегодня. Украдите Вуду. Мы, собственно говоря, на нем и приехали. Им именно эта машина нам нужна для этой миссии. Если мы бы сейчас бы не приехали, нам пришлось бы ехать туда вот. Туда, где я сейчас машину эту забрал. Там, где тетушка пуляет как раз таки. Чувак, это клевый район. Так, сейчас бойня настоящая, натуральная будет. Просто свалка какая-то творится здесь. Не понял, что за режим гидравлики? Так, надо сзади встать. Вот так. Здорово, парни. Короче, растворитель дальней части завода. Конец уродам недоделанным придет сегодня. Погнали. Следуй за моими крышами. А Рико выжил, оказывается. Я думал, он взорвался вместе с лодкой, когда в одной из миссий, которую Умберто выдавал.
Но как он выжил? Это реально страшно. Да ё-моё, ну вы что делаете-то, блин? Короче, мы на этих машинах сюда приперлись, чтобы нас пропустили. Потому что таким, на таких машинах едут гаитянцы. Они решают, что приехали их союзники и откроют. А мы дадим им по башке. Они реально даже не посмотрели, кто сидит в машинах. Розовые круги. Я собираюсь установить бомбу, прикрывай меня. Ой, а чё у вас так много-то здесь? Ой, ой, сколько вас тут? А сейчас еще больше будет. Блин, черт, грохнуть могут нас сейчас. Как? Почему он еще жив до сих пор? Он не должен быть жив. Еще одна бомба. Там наверху еще, по-моему, есть. А, нет, нет. Мы всех заложили. Отлично, осталось за 20 секунд свалить. Причем еще и так, чтобы нас не расстреляли. Вот сюда. Вот это взрыв. Вот это прям кайф. Короче, мне один чувак сказал, что можно зайти на этот самый завод сейчас, и что-то там будет интересно. Я вот забыл, что именно, но давайте заглянем. Томми, это Умберто. Как дела в кафе? Великолепно, невероятно, Томми. Никаких нытиков, только настоящие мужики и прекрасные женщины. Я и папа хотим сказать, что ты для нас кубинец. Ты доказал, что ты настоящий мужик. У тебя реально кокоонес большие. Спасибо, Умберто. Никто мне не говорил с тех пор, как я вышел из тюрьмы. Увидимся. Ну ладно, на самом деле больше мы и не увидимся. Это была финальная миссия от Умберто. Давайте заглянем, что тут у нас. Машины не взорвались, как ни странно. Здесь ничего не видно. Интересно. А как так? Тут дыра? А, прыгнуть надо туда. А как прыгнуть туда? Не, он говорил, что тут то ли миниган лежит, то ли чё. И может, ну туда, надо как-то на лестницу попасть, наверное. Может там что-то есть? Но что-то, но у меня не получается прыгнуть туда. Ну-ка, о, получилось. Ай, я упал. Ничего. Не, ничего, мы попробуем туда сейчас попасть. Мы должны попробовать. Я реально хочу узнать, что там может быть и такого. А-а-а! Блин, да что ж такое, а? Там реально что-то лежит. Ой, я забыл. Не-не-не, мы реально это сейчас достанем. Что сейчас за походка вообще была? Да блин, ну, а почему он сквозь эту-то проходит? Не-не-не-не, мы должны это сейчас забрать. А, да что ж ты будешь делать? Нет, я должен это сделать, я должен забрать это. Ну-ка, да.
еще и ничего не видно из-за этой текстуры непонятной. Попробуем пройти аккуратненько вот здесь. Да блин, ну что с этой штукой-то не то? Почему он сквозь нее проходит? Так, ладно. Не-не-не-не. Мы должны туда попасть. Мы должны как-то... Если там лежит оружие, значит его по-любому забрать можно. Да блин. Вот только как, я пока не знаю. Наконец-то забрали. Вот, что мы там раздобыли. Миниган. Итак, сейчас мы его испытаем. Как только выберемся отсюда. Сейчас испытаем мы его. И вот он и закончился. Только не все еще сдохли. Ладно, на сегодня закончим. С вас лайкосы и подписосы. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока. Я тут буду отрываться от копа. Пока.